Дональд Трамп намерен депортировать из США 11 миллионов нелегальных мигрантов. Американский миллиардер, выдвинувший свою кандидатуру в президенты, заявил об этом в ходе очередного раунда дебатов с другими республиканскими претендентами на кресло в Белом доме и спровоцировал их гневную реакцию и обвинение в покушении на фундаментальные американские ценности. Мы страна закона. Нам нужны границы, и мы построим стену. Стена будет построена. Стена принесет успех. А если вы думаете, что от стен нет никакого прока, спросите израильтян. От стен только польза, поверьте мне. У нас 12 миллионов нелегальных мигрантов, и если высылать их из страны, скажем, по 500 тысяч в месяц, это же просто невозможно, это не соответствует американским ценностям. Даже сами подобные разговоры — это повод для радости в лагере Клинтон. Они там уже поздравляют друг друга, когда слышат подобное. Все остальные республиканские кандидаты также раскритиковали видение Трампом ситуации в Сирии. Миллиардер заявил, что не понимает, как можно не поддерживать усилия России по борьбе с исламистами в этой стране. Yeah.